таким стопом отца, и таким врачами. И как раз с Анной Васильевной связан переезд семьи Воины-Синевских в Ташкент. Дело в том, что в начале 17-го года, в общем, полдня Валентин Феликсович вместе со своим собратом по несчастью, они сидели, ждали своей участи. Вот, как вместо стекол были вставлены кусочки льда, он там все равно не таял. Когда святитель просыпался, в ведре воды не было, был тоже кусок льда. Запретить крестьянам подавать стали, ну, естественно, ничего этого не сделали, а святителя сослали за полярный круг. Ну, оттуда уже в Енисей, а после окончания ссылки в Красноярск, и обратно владыка вернулся вновь в Ташкент. В 30-м году его вновь арестовали. Извините, мы не знаем такого доктора медицины, то есть все шло к тому, чтобы он снялся. Холодной волной, приходил в сознание, снова все это началось. Дело в том, что в начале 17-го года Анна Васильевна принял, опять же, как повеление свыше, и он сказал, хорошо, владыка епископов, они жили в Боге, вот там